главном корпусе КФУ состоялось открытие традиционной выставки «Души прекрасные порывы», приуроченной к 105-летию со дня основания первого университета в Крыму. Ежегодно выставка творческих работ сотрудников университета проводится по инициативе профсоюзной организации работников КФУ. Мы очень гордимся, что наши преподаватели, ученые занимаются творчеством, воплощают это в свои работы. На этой выставке они могут показать себя совершенно с другой стороны, как человек, у которого есть душа, и эту душу он воплощает в своем искусстве. На торжественном открытии с приветственным словом выступила проректор по учебной и методической деятельности Наталья Кармазина. Действительно, человек, который творчески вдохновленный и реализованный, он может быть самым гармоничным. В экспозиции представлено порядка 100 творческих работ, исполненных в разных направлениях. Живопись, графика, фотография, поделки из дерева, ткани, мягкие игрушки, вышивки, иконы и картины бисером. Вдохновляет, естественно, море. И гуляя по морю, я собираю материал. Те же самые галечки, стеклышки. И из них получаются картины. Выставка берет свое начало с 2005 года. На протяжении всего времени доцент кафедры туризма Таврической академии Елена Логвина активно принимает участие и делится своим творчеством. Решила, что надо показать свои какие-то хобби, какое-то умение. Думаю, что народ это оценит, и студенты, и преподаватели. Считаю, что это необходимо в наше время сегодняшнее. В этом году в выставке участвуют 25 авторов из 7 структурных подразделений вуза. Выставка продлится до 13 октября. Все желающие могут посетить холл второго этажа главного корпуса КФУ и посмотреть работы своих преподавателей и коллег. Каролина Лазарева, Константин Гречихин, пресс-служба Крымского федерального университета.